В общем-то, именно так я подписал контракт с дьяволом. Но не будем медлить, начнем. Так, у меня Ты игра есть? есть. Да, написано подключено, у меня там клавиатура доступна. Звук. Смотри. Чё, где? Ты, я? Если что, желтый. Я желтый? Да. Да, нет, это я. Стрелочками играй. У меня нет стрелочки наверх. В смысле? В прямом. У меня есть... У меня нет кнопки стрелки вверх, да. В натуре. У тебя нету стрелки вверх? Да. Блин, ну ладно, давай тогда я стрелочками, а ты там В, там что-то там. Давай. Цепляться на Shift. Блин, а это гиперусложнение для меня. Ну ты уже проходила. Так, а прыгай. Ну не стрелочками. А, понял, Лайз. Короче. А, какой же это мракобесие. Как ты играешь? Хвататься на Shift. Так. У тебя. Все, да. Давай, давай. Сможешь. Куда ты? Оп. Все. Кристианал, да. Это будет очень тяжело. Куда? Нет, отцепись! Ты прям... На! Че, она меня бычила, а? Не бычи больше. Ты хочешь узреть мои силы? А ну-ка давай. Да отцепись ты от моей жопы. Не. Ты надоел. Ты просто отцепись. Нет! Куда? Ладно. Отцепился. Морковочку забери. Молодец, морковку забрала. О, моя морковка. О, блин. Эй, ты куда меня? В Китай, в Маньчжурию отправляешь. Ты... Да я просто хочу побыстрее пройти уровни. Нет! Ладно, я прошел чудом. Ага. Опять мне за морковкой идти. Ладно, без морковки. За морковкой не пойдешь. Да прыгни ты, чертила! Подожди. У меня первая преграда. Давай, ты сможешь. Да, конечно, чуть пингует, но в целом не так критичный. Давай, давай, давай. Давай! Давай. Оп, все, кайф. Сел на лицо. И покатились. Вот они шара... Стой, вот тихо. Они двое шароебятся. Нет, стой, тихо. А я желтый или розовый? Ты желтый, стрелочки. А, тихо, тихо. Тихо. Только попробуй меня ударить. Не-не-не, я не настолько подлый. Все, вот они двое шароебились. О, ща. А стой, у меня тут трудности есть некие. Все. Кайф. О. А, да, я был прав. О, морковка. Я не феминистка, но я прав. Куда? Че? Ладно, давай сама, мне лень. Да, че? Почему она? А, всё. Титановая кора. А, ладно, я хотел тебя поддеть как... И пинч просто, оно пинч... Нет! Тебе... А, всё, ты сам. Я самостоятельный мальчик, 15 годиков. Самостоятельный мужчина. Да! Да, нет! Проходи по новой, мне не понравилось. Вот так вот с пируэтами. А, помоги. Братка, давай. Все. Спасибо. Скажи, в чем сила, братка. Морковки! Нет! И вперед по новой. Это не я! Опа! Это потому что ты не понял силу морковки. Типа, ударь меня, чтобы я подлетела, а то мне лень слишком подниматься туда. Ну, давай попробуем. Одну вечность спустя. Отцепись. Нет. Отцепись от меня. Ладно. Ладно, давай тогда, подожди. Одну вечность спустя. Все, погнали. Ладно. Опа. Вешу, а вот как кувыркаюсь. Вот это аккуратно, тут аккуратно. А тут аккуратно. Тут аккуратно. О! Есть контакт. Вот я про это и говорил. Зато сработало. Все. Ай. Так, вот тут... Да ты издеваешься надо мной! Я ненавижу этот уровень. Это самый сложный уровень в моей жизни. Подожди, давай я тебе морковку дам, и ты сам ее перепрыгнешь. Ну давай. Если я упаду, ты не виноват, ты сам мне доверил морковку. Хорошо, на. Эй, у меня большой морковь. Держи ее. Не отпускай. Помоги. А. А, подожди, я сама. Ладно, самостоятельно. Я самостоятельный мужчина. Ну, с мужчиной я поспорил. А ты че морковку отцепил? Хотел тебя спасать.
Ну ладно, жри ее. На морковку. Фух, все. Так, если Давай. Не обманывают мои знания в геометрической инженерии, прогрессии, всей этой математической фигне, надо сделать, короче... Нет! Пинга, я тебя ненавижу. Морковка, морковка. Морковку забери. Да постой ты своей морковкой! Да морковку забери! Как мне без нее жить-то? Всё, теперь аккуратно, стой, прям на угол и под градусом прыгни. Судя по моим геометрическим данным, если ты просто встанешь на этот уголочек маленький и просто найдешь градус и просто прыгни! Ну видишь, теперь ты научился, теперь ты с морковкой давай. Отцепись от моей жопы. Ладно, так уж и быть, уговорила. Подожди, теперь я запрыгнуть не могу. Ты меня заразил. Блин! Вот, теперь заразил. Слава, это только первый остров. Что? Вот ты... У меня интернет не хватит на второй. Нет! Нет! Помоги! Быстрей! 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 Ты куда? Да нет! Давай! Да какая морковка! На! Ой! Фу, все, все, отцепись, отцепи! Фу, морковка, морковка, пожалуйста. Просто... Все, вот сейчас, вот, вот, вот это вот просто, вот последняя попытка. Вот, ну, морковка, я тебя ненавижу. Все, вот сейчас точно будет. Все, это просто морковка, она уже. Мне уже плевать охота от этой морковки. Все. Давай, уже быстрее по горло наешь морковкой, да? Да. Если я не упаду. Идеально, идеально, идеально. А ну-ка давай. О, божественно! Теперь смотри, как я все зарулиню. Я умоляю, пожалуйста, Слава, да просто, да для просто всех богов морковку сделай, перепрыгни это, пожалуйста. Я тебя умоляю, Слава. Слава, пожалуйста, ты сможешь. Просто на край, просто вот так тынь-дынь-дынь-дынь, и такой пфум, еще нет, на край, на край, на край. Ну, ладно, можно и так. Типа, проскочись. Типа такой, да, 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 нет. Тихо. НЕТ! Алло? Алёна? Это была моя самая последняя нервная клетка. Я просто ненавижу эти богу. Слава, чтоб у тебя случился морковный приступ. Спасибо, теперь меня ненавидит еще одна девушка. Да как ты это делаешь? Вот я типа... На спокойных... А вот узнать, прошел я или нет, вы сможете узнать в следующей серии, если этот наберет лайки и просмотры. На самом деле был Слава Брейс, а я не прощаюсь.